Сегодня наша дочка получит попугайчика. Вот, готовит все. Видите, как спит без задних ног. А, Персик, к тебе сегодня друзья прилетят. Ты смотри, их не обижай. Встреть их достойно. Слышишь, Персик? Это твои новые друзья. А мне все равно. Я спать хочу. Потом поговорим на эту тему. Уйди, старушка, я в печали. В общем, кот, собака, хомяк, два попугая. Приходите к нам в зоопарк. Да, это зоопарк. Ну, смотри, как тут делать. Ничего. Нет, Алис, им так будет неудобно, я думаю. Ты перекрыла весь корм им вот во второй чашке. А, точно. Тогда чашку двигай дальше чуть-чуть. Да, вот так. Сейчас поедем. За попугайчиком. За попугайчиками. Будем покупать не в магазине, потому что в магазине нам сказали, они маленько диковатые. Нужно брать у тех, кто размножает их, у заводчиков. И поэтому мы сейчас поедем к заводчику. Вот так? Вот да, вот так лучше. Да, да, да. Ну, потом посмотришь, если будешь мешаться, потом да. Берешь по-другому. Я потом уже. Скушать. Так, ну, в общем, вот такая у нас клетка. И тут я положила вот такая. Качельки. Положила вот тут. Корм, песок. Всякие тут лестницы. И вот. Так вот будет выглядеть наша клетка. Будем брать два попугайчика сразу, чтобы было им не скучно. Ну все, в путь! Через 600 метров поверните налево. Ну все, мы уже выехали за нашими попугайчиками. Nach 400 метрах links abbiegen. Сегодня у нас 11 градусов, солнышко. Амстердам. В Голландию, что ли, хотите меня отвезти за попугайчиками? Поверните налево. Вот так вот в Германии весна уже пришла. Поля уже зеленые. Колесная дорога красивая, да? Через 200 метров поверните направо. Да, наверное, вот здесь какие-то бауэрасы живут. Нет? Направо. Смотри, лошадей одели. На холодно им. Видели когда-нибудь лошадок в одежде? Смотрите, кафтанчики на них. В общем, мы приехали. Сейчас идем в какой-то сарай. Наверное, там, где у него все попугаи. Не знаю, можно снимать или нет. В общем, пока снимаю. Смотрите, сколько у него много попугаев. Очень много попугаев здесь у него. Девочка. Грюна или какой Алиса? Или тоже Блау? Грюна Алиса или Блау тоже? Грюна или Блау? Грюна или Блау? Mein neuer Freund. Добрые Freunde. Алисе еще яблочко дали в подарок.
В общем, приготовили мы клетку, он нам сказал, что так не пойдет, это пластиковая, нужно, короче, нам, короче, картон такой дал. Да, нам, короче, картон. Подожди, вы пластик-то хоть забрали? Да, да. Ага, вот такую мы приготовили, но он сказал, не пойдет такая, короче, дал вот такую вот. Ну, Олеся Дубезглюк, ты счастлива? Ты довольна, Олеся? Ой. Я не знаю еще. Давай имена придумывай, Олеся. Мальчик. Я могу хотеть мальчика голубого, но ничего. Да, мальчика ты хотела голубого? И девочку зеленую. Ну, это красиво, наоборот, Олеся, красивые цвета мы взяли. Теперь Хорошо. Не подходит твое название, которое ты хотела. Да? Ну, назови по-русски как-нибудь. Кеша, Рия. Что, здесь заправимся, да? Ага. Как, Олесь, назовешь? Вон там дырочка у тебя, да? Там пару стали, мало. Да поехали домой уже, Серёж. Что, целуется? Да ты что? Целуется. Олеся, что там за попугай? Целуется. Что за попугай взяла, который уже целуется? Еще не познакомишься, уже целуется. Пара. Уже пара, да. А что, нормально, что? Ну, в общем, едем мы домой. Ну все, мы приехали домой. Сейчас будем пересаживать их в клетку. Не было забыто, купила Дуська поросенка, да, Леся? Это про тебя, да? И теперь так подставь, и они сами туда вылетят, да. Я-я-я, только здесь. Лети, птичка, я не живодер. Свободу попугаям! Ну теперь будем ждать, пока вылетят, короче. Ой, первый пошел, космонавт. Давай, вылази, что ты? Не нравится тебе клетка, что ли, наша? О, первый пошел. А второй? Да. Белла, иди, мама, а ну-ка. Белла, не надо, подожди, мы сами... Это девочка, да, Менчин? Это девочка, да. Это Менчин, это мальчик сейчас. А, это мальчик сейчас? Да, это мальчик. Белла! О! Все, все вышли, вы закрывай. О, и Олеся. Белла, пожалуйста, иди. Привет, новые жители! Слушай, у него что-то на крылышке, это какое-то, это кольцо. Ну, это да. Специально, да. О, нет, смотри, она была опять шатается. Да? Вот здесь, смотри. А у зеленого тоже мама, кольцо? Мама, смотри, как у хомяка. А у зеленого нету кольца? Если они потеряются специально. А почему у зеленого нету кольца? Я гостила. Не знаю, но это ничего. Кумат, они на ту кису боим. Кумат, Белла, ты дат файм фазух. Нет, а почему тогда у зеленого нету кольца? Мама, это не... у Анны тоже это так. Это просто если не потеряется. Он просто еще маленько меньше от нее. Да? Маленько, да. Потому если они большие, он это сделает. А то как... Красивые, да. Угу. Ну, Белка. Белочка, ну что ты трясешься? Посмотрите, какой он ручной, вообще с руки не слазит. Вас? Девочка боится, а мальчик, смотрите. Не хочет слазить с руки. Красавчик. Можно открывать? Мама! Белочка, да успокойся ты! Мама, тут тоже можно открывать! Вот как, почему так переживает? Мама, как будто это? Мама, тут тоже можно открывать! Да? Дайте воды попить. Олесь, да, налей. Белла, все в порядке! Олесь, налей воды белой, то все с этого. Смотри, мама, тут тоже можно! Он мне досталось после переживания. А что так переживает-то? Тебе что, не понравились, или ты, наоборот, понравились? А в шоке, блин. Хозяин, не хохоми, что ли? Смотри, они даже не кусают. Вот тут и на другой за это, но другой за это. Ба, Белла, что с тобой? Это мой хороший, я покачу тебя, да? Погладь его спинку, Олеся. Тут плохо, Мак, подожди. Ну нет, тебе тут просто стены. Это большая кота лезет, не поедет, куда лезет. Смотри, как гладит, да? Хороший ты мой, да? Белла. Один такой. Он первый раз у Анны это не идет, так они сразу. Да? Первый раз такое. Но Анна тоже красивая. Белла, ну что ты делаешь?
Бэл, пристань, пожалуйста, иди. Вся трясется он что-то. Представляете, я буду видео, но у меня руки... Такое чувство, что она их знала раньше, Саша. Бэл, ты где с ней познакомилась? Вот и встретились одиночество, да? Бэл, ты где их встретила? Я всю жизнь о них мечтала, да. Они собаки не снились столько лет. Да. Наконец-то не у нас. Твоим языком длинным. Девочка, приходи ко мне. Давай. Ну нет, девочка еще маленько боится. А сейчас тебя насилит на руку, скорее всего. Сережа. Ты успокоительная. Что ты ее распластал? Ты успокоительная. Ух, жирная собака какая у вас, Сергей Федорович. Сиди уже вот так и смирненько. Но она боится, Алис, подожди, дай привыкнуть ей. Характер же разный у всех. Мальчик, видишь, какой дружелюбный, как общительный. Видите, да? Ага. Я не знаю, что такое бывает. Девочка, видишь, маленько стесняется. Может быть, девочка будет мячик играть? Да, ага, прям сейчас будет футбол тебе гонять мячиком, ага. Дай им сначала привыкнуть, они еще не первый раз в этой клетке, а не понимают еще. А мальчик уже хорошо привык. Мальчики, они такие. Мальчик, что-то он не хочет больше прыщить. Нет, просто он сегодня что-то все видеть хочет. Ты корм ему дай, корм. Давай, давай, давай. Че? Я почистю его. Видишь? Угу. Хвостик, оп. Смотри, он кушает от меня. Угу. Нет, ты клетку закрывай, а то вдруг это выбежит эту девочку. Вот сейчас покушает он. Там есть еще чего-то? Как будто 100 лет тебя знает, да? Ага. Наверное, сейчас больше не будет. Может быть, новый? Нет, сейчас он уже покушал, да? Куда? Вот просто вот так сыпать? Ну, да, в тарелочку, наверное, лучше. Он уже все там... А, там нету уже, да, выкидывай, да? У меня кот Гальбазак, ладно? Угу. Как тебя зовут, а? Как тебя зовут? Я такая счастливая мама. Апфель, Киви. О, давай Киви его назовем. Это, Киви уже есть, да? Это девочка. Ах, ты кусай, кусается, смотри. Может быть, подожди, я посмотрю, мне написали? Написали. We vest with apple or the greenie or the kiwi. Kiwi. Давай ну, kiwi, 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 давай kiwi назовем. Я так стрешусь, это я просто не могу представить. Так давай его уже в клетку посадим. Наверное. Подожди. Kiwi, привет, kiwi. Что такое это? Все фотки. Не знаю, на кого смотреть. На тебя или на меня. Я лучше другое комару сделаю. О, поет. Их зовут, мальчик зовут Киви, и девочку зовут Скай, или Скайля тоже можно назвать. Они кушают. Ты насыпь им такого хорошего корма, который мы с тобой дорогой купили. Но я один ложку сюда положу там. Что, проголодались? Проголодались? Наконец-то. Наконец-то. Айда, попуга. Айда. О, поет, слышишь? Ну, спой, птичка, не стыдись. Может быть. Вот какой у нас киви теперь, красавчик. Да. Оп, это. Ого, как он уже роли делает. Угу. Сам залази, смотри. Сам домой зашел. Ну, так кушайте, да? Угу.